Хроники карантина. Часть первая. Народ как шлялся, так и шляется. Кто-то в маске, кто-то без маски. Еще же неделю, как, наверное, жрачку гребут. Просто в супермаркетах не это самое. Целыми днями торбами тащат из супермаркета. Полный абзац, короче. Причем уже народ такой, что гребет вообще все подряд. Уже даже не знает, что ему надо. Некоторые приходят, так и говорят. Ну надо же купить. Хоть что-нибудь, но купить-то надо. Причем уже доходит до абсурда. Я смотрю, люди набирают, ну, просто вообще какие-то несовместимые абсолютно вещи. Там вообще лишь бы что. Вот что увидел, то и взял. Просто полный абзац. Вон, смотрите. Тащит. На спине рюкзак, две торбы. Тащит. И там вон такая же картина. Вышли женщины из супермаркета. Видите, тоже все с торбами. И без масок. Зато закупились. Ну, такое вот происходит целыми днями. Такси работает, вон Болт ездит. Пообщался с этими самыми. С работы, со старой. Звонил на старую работу. Тоже все работают потихонечку. Кто-то, конечно, в отпуск ушел. Кто-то на больничный. Пооформляли себе. А кто в пешей доступности, так некоторых развозят, некоторые работают. Вон мужик тащит тоже торбу жратвы. Так что такие дела. Ну, там такое. Посмотрим, что будет дальше. Когда уже жрачкой накупятся. Не знаю, сколько еще. Надо времени, чтобы они нагреблись окончательно. Такие дела. Так что, до новых встреч. В хрониках карантина 2. Всем пока.